29 июня загорелся частный дом на улице Приокской. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на первом этаже двухэтажного дома. Возникла угроза распространения огня на соседний жилой дом. Огонь был ликвидирован на площади 40 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Еще один пожар произошел сегодня ночью на улице Экземплярского. У дома номер 55 загорелся автомобиль «Газель». Огонь мог распространиться на рядом стоящий автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 12 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава. Привлекались 3 единицы техники.